Это ваше место назначения. Да, майор, спасибо. Ну, а пока что вы можете уходить. Мега-доставка в LX. Да, отправился он, конечно, с 2 миллисекунды. И, короче, всем привет, друзья, с вами я, как всегда, я Сталкер 1941. И я сегодня устроился на работу вот в таком вот старом заброшенном отеле. Сам не понимаю, почему так дорого платят. Но все же тут платят по 30 тысяч долларов за одну ночь. Странно. Говорят, что здесь якобы опасно работать. Так, мониторы есть. Сказали, что тут есть все для обустраивания. Ну да, в принципе, есть все. Так, мусорный бак, не знаю для чего. Значит, виски. Думаю, еще дверь поставлю для безопасности. Вдруг какие-то воры проберутся, не знаю. Или какие-то другие неприятные люди. Так, где там мои любимые двери беленькие? Не знаю. Хотя моих дверей любимых нет, но думаю, вот эта вот дверь вполне себе подойдет на первое время. Так, готово. Сюда ставлю. В принципе, готово. И так я выходить отсюда не буду, поэтому... Ну еще, кому вообще этот старый дом будет интересен? Кроме меня, у которого на счету сейчас меньше $2. Сажусь, и, в принципе, можно стрить по камерам. Что тут такое? Так, я чего-то не понимаю. А зачем там нужна камера, ведущая в лес? Ну, ладно, пока что, в принципе... А, точно, я же генератор забыл поставить. Вот, в принципе, генератор, который будет генерировать мне электричество. На всякий случай вот этот вот пианино, не знаю зачем. Ну. А, кстати, вот мои двери, поэтому можно эти не механические заменить на механические. Правда, да, они будут немного энергию питать. Но ничего, в принципе, страшного. Думаю, сойдет. Готово. Пока что, думаю, открою двери, опасностей, людей, неприятностей никаких нету. Смотрим. Итак, первое время все нормально пока что. Короче, мне стало жарко, поэтому я решил притарабанить сюда вентилятор. Так, он тоже немного энергии питает. Так. Садимся и смотрим. Эй, это кто там? Так, я вот одного не пойму. Это что там? Это нормально, что какой-то нубас смотрит на меня в камеру? И у меня, кстати, такое ощущение, будто кто-то на меня зыркает. Вам батарейки нужны. Ух ты, блинский. Ты кто вообще такой? Я пингвин-помощник. Что-то типа аниматроника, только который должен вам помогать. Я вам буду давать всякие полезные советы. Например? И я могу объяснить вам, что сейчас происходит, если вы не понимаете. Да, я не понимаю. Что это за нуб? И что это за пряник? О, познакомьтесь, это местная нечисть. Она может вас убить. Поэтому за работу платят 30 тысяч долларов за одну ночь. Так как выжить одну ночь тут крайне сложно.
Я понял. На всякий случай, если прям их начнет жестко флексить, то тогда лучше закрывайте двери. Значит, он будет к вам идти. Пом. Но также я хочу вас предупредить, что хочу вам сказать, что вы можете выходить. Но я вам это крайне не советую делать. Почему? Потому что вас сразу же могут убить. Ладно, будь на всякий случай рядом со мной. Вдруг что еще у тебя? Так, я чего-то немного не понял. Этот пряник случайно сейчас не жестко флексить? Он лучше все двери закрывайте. Он сейчас как раз-таки жестко флексит под фонг. Как-то фонг аж нет. А сейчас будет. Да, серьезно, очень жесткий фонг. Согласен. А пока что можете поиграть на пианино. Короче, я понял. Буду продолжать следить. А с этим нубом все нормально? А, так это закрытый аниматроник. Он, по идее, работать не должен. Ну, точнее, нечисть. Но давно не подает признаков жизни. Ох, не уверен, Увереннее, что это не к добру. О, дед пряник шел. Нет. Возможно, он не ушел, а возможно и ушел. Такое тоже бывает. Тун-дун. Доставка пиццы, открывайте. О, я как раз таки пиццу заказывал. Где я? Поздравляю, ты добрался до крыши. Не-не-не, до крыши добираться не буду. Пока еще рано. Согласен. Хорошо, сейчас... Нет, не открывай. Почему? Потому что это не доставщик пиццы, это пряник, видишь? А, точно. Вот блин, не удалось. Блин. Эй, чел, не спи на работе. Хорошо, пингвин. Это что за фламинго? Знакомься, Фоксяныч. Это тип Фокси? Нет, это Фоксяныч. Бон. Значит, он тоже смертельный? Да, но он может выломать двери, если их закрыть перед его мордой. На него можно отпугнуть пианино. Но это не точно. Понял. Стоп, мне кажется, или этот нубасик немного придвинулся к нам? Я думаю, что это мне кажется, ведь я тебе напомню, он очень давно не подавал признаков жизни. Хоть какой-нибудь жизни. Я тебя понял. Итак. Собственно, я пойду проверю. Окей, но я тебе советую кое-что взять. Что? Пистолет. На всяк про всяк. По ним стрелять можно. Я пойду этому нубу за родным местом найти. Эй, нуб, ты чё тут стоишь? Я тебя сейчас уничтожу. Нуб, ты вообще живой? Нубас? Нубасик? Я знаю, что ты живой. Ты же типа самый опасный тут. Да? Ты вообще мне отвечать собираешься? Пингвин, Кавасаки. Да, что? Он вообще признаков жизни не подает. Слышь меня? Алло, прием. Не оборачивайся. Почему мне не оборачиваться? Потому что... Бежать. Доигрался? Нельзя к нему спиной поворачиваться.
Но если он найдет твое убежище, то тогда учти, нам кранты. Окей, учту этот факт. Блин, достал уже по камерам стоять. Так. Слушай, пингвин, мне не нравится, что все с камер пропали. Мне тоже это как-то не нравится. Стоп. Мне, помню, в программе говорили, что если все пропадают с камер, то это уж точно не к добру. Я буду счастлив, если ты просто выживешь в полночный час. Нет, только не говори мне, пожалуйста. Еще не прошел полночный час. Все только начинается. Ой, о нет, о нет. Электричество что того? Нет, не очень. Но свет по всему дому вырубился. Фух, ладно. Лучше зажгу что-нибудь. Так, у меня есть фонарик. С батарейками. Думаю, включу его. Ты выглядишь прямо эффектно. Согласен. Мне тоже нравится мой внешний вид. Черт. Как-то жутко стало. Так, генератор. Так, с генератором вроде все нормально. А это зачем тут? А, это крышка. Мне кажется, ее пора одеть. С чего ты это взял? Тут к нам пряник поднимается. Кавасаки, что нам делать? И этот чел подает знаки жизни. Накрывай крышку быстрее! Накрывай! Она не двигается. Видишь, там плитка стоит? Да. Подвинь ее. Окей, сейчас. Давай. Готово. Бери заново фонарик. Фух. Готово. О! Черт, они пытаются пробраться всеми силами. Лучше возьму факел. Фонарик закончился. Да, но учти, что фонарик светит получше. Да, с этим я согласен, пингвин. Тебя Кавасаки зовут? Да, меня зовут Кавасаки. Моего брата звали Каго. Еще одного друга Криго. И третьего брата звали Эстрипер. Их всех тут убили, потому что они хотели получить заветные 30 тысяч долларов. Но, к сожалению, я не хочу об этом говорить. Я уж тебе покажу, где они сейчас находятся. Ну, покажи. Хорошо, посмотри на шкаф сзади себя. Да, вижу шкаф. За ним посмотри. Ну ладно. Я уже что-то вижу. Открой. Это серьезно? Да, их просто съели. Ладно, давай это выкинем. Окей, я не против. Я хотел уже давно от этих плохих воспоминаний избавиться. Но как бы их бесчестие тоже как-то стыдновато. Согласен. Трудновато, но такова жизнь. Нужно все же иногда выкидывать. Так, я уверен, что они ушли. На 1%. Давай. Давай, ломайся. Короче, на.
И тебе тоже на. Так, где они, я не понимаю. Черт, все погасло, теперь тьмище. Учти, это только 2 часа ночи. И это уже 5-я, а точнее 6-я, считай, ночь. Поэтому, если ты выживешь, то поздравляю. Они в дверь ломятся, черт возьми. Когда уже рассвет настанет? Очень не скоро. Тебе нужно еще выжить. Да, я думаю, поставлю какую-то лампочку или что-то типа того. Потому что капец какой-то. Если она, правда, не затухнет. Ну, вот это, в принципе, должно подойти. Блин. Она нифига не светит. Вообще отличненько. В таком случае свечка хотя бы должна подойти. Чтобы хоть как-то разглядеть, что по камерам. Ведь в них-то ночного зрения нету. Сколько можно? Спустя 2 часа. Уже сколько? 4 ночи. Почти настал рассвет. Ладно, возьмем фонарик. Где-то у меня фонарик. Вот. Так, вот теперь все нормально видно. Так, здесь все понятно. Здесь вроде тоже ничего нет. Здесь тоже. Фонарик. Сломался, блин, фонарик. Что делать? Что делать? Что делать? Уже 5 часов утра. Не волнуйся, скоро ты сможешь уйти. А скоро, скоро. А уже энергия заканчивается. Что делать? Что делать? Что мне делать? Энергия закончилась. О, черт, это мне не нравится. Мне это не нравится совсем. А, нет, нет, нет. Кавасаки, Кавасаки, помоги. Они входят сюда. Кавасаки, пожалуйста, помоги мне, помоги. Я, конечно, могу их задержать, но это будет цена моей жизни. Уже почти 6 утра. Нет, нет, Кавасаки, Кавасаки! Просто беги, пока можешь. Догоняйте его, догоняйте! Бежать, 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 не останавливайся!